Всем привет, это я, Алекс. Приветствую вас на очередном своем инвестиционном по заработку в интернете видео. Это видео у нас называется «Золотая осень». Золотая не в смысле, что желтые золотые деревья, а в смысле, что золото, достаток, богатство. О! Слова, как говорится, в руку. Вот, свеженько. Успела. Еще одна. Баксы. Итак, этой осенью мы намерены собрать профит, именно тот золотой профит, который каждый год, каждую осенью приходит всем людям, кто хочет заработать в интернете, продумает ту или иную стратегию. А на этом видео я хочу всем новичкам, которые, грубо говоря, вчера купили компьютеры и задались вопросом, как же все-таки начать зарабатывать в интернете. Говорю сразу, что интернет — это большое интернет, это сообщество людей, пользующихся компьютерами, сетями, благодаря которым мы все соединяемся и общаемся, а также программным обеспечением, которое позволяет нам производить общение, запись общения, переписку, видеозвонки и так далее. И как же на этом всем можно заработать? Суть в том, что многие люди пытаются продать ту или иную продукцию или услуги или какие-либо возможности через интернет. Поэтому 99% всех заработков в интернете — это именно рекламные услуги тех или иных крупных или маленьких компаний, частных лиц, так далее. Суть в том, поясняю, вот есть Вася, маленький такой Вася, он сделал в интернете сайт и продает какую-либо продукцию или услуги. Допустим, он торгует на Форексе, хочет там продавать свои возможности, то, что он крутой трейдер. Или этот Вася там делает какие-то там печки из нержавейки, хочет их продать через интернет. Вот. Тут появляется биржа, большая такая крупная биржа. И Вася говорит: о, биржа, я хочу разрекламировать свой сайт, чтобы продавать свои услуги через интернет. Биржа говорит: да не вопрос, короче, давай, Вася, плати бабло, я твой сайт разрекламирую. Вася говорит: ага, дает ему бабло. И что происходит дальше? А происходит дальше самое интересное. Как нагнать этой бирже людей на сайт Васи? Очень просто. Биржа говорит: вот у меня этот Вася дал денежку, и люди, я с этой денежкой с вами поделюсь, если вы на этот сайт, вот эти люди, на этот сайт Вася зайдете. Эти люди заходят через биржу на сайт Васи, Вася получает посетителей, если эти посетители заинтересовываются услугами Васи, сотрудничают с Васей, а биржа с этими людьми делится частью денежек от этого Васи. Все, как бы, казалось бы, счастье, вот оно, все очень просто. А как же мы, новички, можем на этом с вами заработать, не будучи ни Васей, ни биржей? А мы можем быть вот этими вот людьми, которые будут заходить на эту биржу и получать заказы от этой биржи, заходить на разные сайты, там Васи, Пети, Коли, там Маши, и получать за это какую-то либо денежку. Чем чаще мы будем заходить на эти сайты, производить на этих сайтах определенные действия, там, например, посмотреть 10 страниц, там, прокликать там-сям, тем больше мы будем получать денег. Ну, конечно, вы скажете, что все это ерунда, но тем не менее, это та основа заработка в интернете, с которой должны или так или иначе сталкиваются новички, чтобы хотя бы начать со стартовой точки и не вляпаться в какой-то либо лохотрон. О лохотронах я говорить не буду, это отдельная тема для разговоров, но суть все же в том, что именно на посещениях сайтов можно построить первый свой достаток и выручку. Дальше. Есть уже различные, так сказать, вариации. Мы можем, оказавшись в этой группе людей, или иметь свой сайт, блоки с этой биржи размещать на этой, на своем сайте. И если какие-то третьи люди будут заходить на ваш сайт, кликать по этому блоку, то тут вы будете получать деньги. Или вы заходите на биржу и на этой бирже смотрите сайты. Первый вариант, который я сказал, это партнерки типа Така, Гугла, Яндекса и другие партнерки, которые размещают на своих сайтах частные люди.
как я сам делаю. А второй вариант — это SEO Sprint. Мы заходим на эту биржу SEO Sprint, видим много-много-много ссылок, по ним кликаем, получаем за это деньги. Вот. Или выполняем какие-либо задания. Все, всем платится, все честно, все, казалось бы, довольны. Мало денег, работаем больше, еще мало. А здесь уже появляется вторая, так сказать, стезя или консенсус, или идея. И в чем же она выражается? Очень просто. Чем отличается завод от интернета? Обыкновенно заводы делают там, допустим, вот эти фотоаппараты, на которые снимаю это видео или это куртка. А тем, что на заводе нет рефак, нету реферальных ссылок. А в интернете они есть. В интернете, размещая свои реферальные ссылки на тот же самый вот этот SEO Sprint, вы, приглашая этих людей туда, приглашая людей, люди заходят через вашу ссылку. Вот эти люди, ваша ссылка заходит, и вам идет процент. Определенный процент, который падает вам на ваш лицевой счет, и вы можете снимать его, заходить на этот проект, и вообще ничего не кликая уже потом, и только лишь получать процент от работы всей вот этой массы приглашенных ваших людей. Вас людей. Пригласили там одного человека, там, получили, допустим, там одну копейку, пригласили 100 человек, получили рубль, пригласили там 1000 человек, получили уже там 10 рублей, и так далее, и так далее, и так далее. Людей в интернете миллионы, потенциал безграничный. Пригласите всех людей, будьте миллиардером, как Билл Гейтс. Поэтому здесь каждый определяет свои доходы, свои достатки по своим возможностям, хитростям, желаниям и способностям. Приглашайте людей, и вам будет идти все больше и больше и больше, так сказать, куш с дохода от биржи. И эти деньги платят не вот эти люди вам, а сама биржа делится своим доходом с вами за то, что вы приглашаете вот этих вот людей производить те или иные действия с этой биржи. Это как и кликательные биржи, как SEO Sprint, также это и партнерки для сайтов, как Так.ru и другие. Без проблем размещаете и зарабатываете деньги. Я именно так и делаю. Сюда входят как и партнерки от Форекса, так и партнерки от обменных пунктов, так и партнерки из совершенно различных интернет-магазинов. Пожалуйста, какие вам душа, как говорится, лежит, такие партнерки используйте. Где рекламировать партнерки? Да без проблем, где хотите. Социальные сети, форумы, свои сайты. Сейчас, слава богу, свой сайт сделать весьма недорого. Также есть бесплатные сервисы, например, того самого Гугла можно сделать бесплатный сайт, там рекламируется, там Юказ, Народ.ру, там полным-полно сервисов. Было бы желание, заходите в интернет, работайте, делайте сайты, рекламируйте их как хотите, и партнерки на них, получаете деньги. Теперь хочу сказать о, уже как сказать, продолжении этой истории, о своих успехах по партнерским привлечениям в различные проекты. Что же у меня сейчас лидирует? У меня в данный момент лидирует компания, брокерская компания MMCs. Здесь у меня приглашено более 100 уже человек зарегистрировалось. Это с начала апреля по сегодняшний день. По этот конец сентября зашло 100 человек и примерно сделало 100 с лишним депозитов уже. Компания. Второе место занимает компания MillTrade. Здесь зарегистрировано порядка 70 человек и внесено порядка 80 депозитов. Компания MillTrade начал рекламировать несколько позже, с июня этого года, поэтому здесь она и выступает. За MillTrade идет FXTrend. Здесь я не могу сказать, сколько пользователей, потому что там у меня страниц огромное количество, и компания работает достаточно давно. Точнее, я работаю с компанией достаточно давно, это середина 2011 года, поэтому здесь я статистики какой-нибудь не веду. Но компания достаточно популярная, туда люди идут, те, кто там находится, продолжают там работать, инвестируют в банк-счета. Далее идет проект Альмида. Здесь у меня зарегистрировано 33 человека, из них 10 сделали депозиты. За Альмидой идет проект Империя.
Здесь зарегистрировано порядка 15 человек, порядка 10 из них сделали депозиты на общую сумму примерно 2500 долларов. В Альмиде, кстати, депозиты примерно на 4000 долларов сделаны. Макрос Капитал, видео увидели с алмазом, у меня зарегистрировано порядка 20 человек, и только один оплатил свой алмаз, сейчас он ждет его, должен скоро прийти. В Golden Boro есть порядка 10 регистраций, но депозитов я там не наблюдаю пока от пользователей. Пока идут там небольшие копейки, как я понимаю, там люди торгуют своими средствами. Вот. Также есть регистрация, штучная регистрация в Forex 4U. Ну и, конечно же, это отдельная тема для разговоров, это, конечно, SEO Sprint. Здесь у меня было под 300 рефералов. Около сотни я распродал недавно, за что выручил сразу так, говорится так, 3000 рублей шубуршанами. Их снял на LeakPay, обменял на банк. Здесь просто, так сказать, взрывная мега популярность. Это объясняется все очень просто. Проект полностью без рисков, ничего вкладывать не надо. Как говорится, ваши заработки в ваших руках. Как поработал, так и полопал. Поэтому люди сюда идут очень уверенно, очень так интенсивно. Конечно, не всех это устраивает, не всем нравится смотреть сайты и приглашать рефералов. Кто-то любит, как говорится, находить деньги сразу под ногами. Ну, каждому свое. Каждый выбирает свой тип заработка в интернете. Вот. А по моим личным депозитам сейчас ситуация такова, что у меня вложена самая крупная сумма, это OMC Forex Growth, это 3000 долларов. Потом идет Mill Trade на золотую семерку 2000 долларов. Следующая сумма — это FX Trend на индексных счетах порядка 500 долларов. Макрос Капитал 550. В Альмиде сотка лежит, в Эмпир 200. В целом мой план работает, который я еще придумал на Алтае. О нем, об этом плане рассказывал на видео о рисках. Еще раз повторюсь, что это план работы с MLM проектами с целью получения реферальных доходов и переноса этих реферальных доходов в стабильные настоящие брокерские компании, это Mill Trade, MMCs, FX Trend, а там уже вывод на банк и, соответственно, как говорится, банкование средств уже в бумажном виде. Еще хочу отметить по реферальной тенденции в том, что у меня рефералы все фактически это инвесторы, мы с вами инвесторы. MLM-щиков фактически нет, это говорит о том, что у меня нет глубоких реферальных структур, как рекламируют, допустим, люди свои успехи в Альмиде, там, или в Макрос Капитале, или в Эмпир. Там репки глубокие, до 10 уровня, допустим, в Макрос Капитале и в Альмиде. Но у меня нет ни одного практически реферала с вкладом со второго и более глубокого уровня. Реферальная структура у меня растут шире. То есть все вот эти 33 регистрации, они у меня в Альмиде идут шире. 33 рефералов первого уровня. Рефералы никого не приглашают. Почему это так? Я не могу это объяснить. Ну, суть, скорее всего, в том, что, как я в 2010 году сказал, что активных пиарщиков в интернете, кто хочет зарабатывать на партнерских программах, примерно 10% от всей массы всех остальных людей, кто также хочет зарабатывать в интернете на тех или иных действиях, на инвестициях, или на кликах, или на размещении рекламы, и так далее, и так далее. И только 10% из этих людей хотят приглашать и строить свои структуры. Вот так. Примерно такая же тенденция наблюдается у других людей, с кем я общаюсь в скайп-чатах, которые являются также прямыми инвесторами. У них также люди заходят и наполняют первый уровень. Вглубь практически никого нет. Штучное, так сказать, есть пробои вниз на глубину, но а так массового роста нет. То бишь, о чем я хочу об этом сказать? О том, что если есть проект с MLM-партнеркой, то рассчитывать на то, что она будет разрастаться вглубь, как я доказал на практике,
тут практически нет никакого смысла. Оно не работает. То бишь нужно ориентироваться на те проекты, где партнерки там один уровень, ну, допустим, два. Сейчас, в принципе, у меня примерно такая же ситуация. Там 200 рефералов и порядка только там 10 человек, кто приглашает своих рефералов. Очень удачно у меня там 2 реферала, если у одного там 400 своих личников, а у другой порядка 50 пригласил. И все. Все остальные это единоличники, кто там в одну каску рубится и получает свои маленькие денежки. Ну, вот такой вот небольшой рассказ о заработках в интернете. Так что, господа, золотая осень должна быть именно золотой для вас в плане денег, а не в плане листиков на деревьях. Всем желаю удачи, желаю богатства, успехов и здоровья, ровного роста в карьерных делах и ровной дороги вверх. Все, давайте, пока.